Мой дружок-пирожок, если хочешь быстро и без хлопот обогатиться в GTA Online, то заходи в мою группу по прокачке, бабки, опыт, или что-нибудь погорячее. Прокачиваем как на ПК, так и на PS4. А для ПК бояр есть уникальный промокод, укажи его при заказе и получи халявные 20 лямов к любому пакету прокачки. Ссылочка на группу в описании. Переходи и заказывай. Привет, мой дружок-пирожок, любитель черного юмора, крепкого алкоголя, слабых женщин, пышных пирожков, цинизма, и вот этой шоколадной нуги. Неделя без нового контента, хотя он есть, но его не все заметят, так нахуй он кому нужен. Начнем по традиции со скидок, а после перейдем к бонусам, там где можно хорошо подзаработать, ну и чё там нового добавили все таки. Итак, скидуха у нас слабая, как недоваренное яйцо. 35% на суперкар, Entity XXR, неплохой автомобиль, входит в топ-3 суперкаров по максимальной скорости и разгону. Но на кольцевых уже уступает таким монстрам, как Девиста и Вагнер. Ну это так, лирическое отступление. Еще один суперкар, Темписта. Отличный автомобиль для города, но на дальняк не годится. Также 30% скидка на некоторые автомобили из обновления «Битва на арене». Если кто еще не приобрел хотя бы один автомобиль, самое время сделать это. Цены конские, но это лучшее время для покупки такой техники. Тем более, что на все оружие для транспорта с арены, на броню, на прыжки и рывки, а также на модификацию корпуса действует скидка 30%. А там ой-ой-ой какие цены. Также на Авенгер и ПКП тоже скидка 30%. А еще на Элегию Ретро скидка 35%. Благо стандартную версию можно купить за бесплатно, а после заехать к Бенни или к себе в офисный гараж. По тюнингу тоже будут скидухи в 30%. Тормоза, управление, капоты, неоновые наборы, спойлеры, пороги, турбины и пулестойкие покрышки. То есть весь набор юного тюнинга Ачира. По недвижке 30% на мастерскую арены. Там же можно взять и механика со скидкой. Офисы и склады спецгрузов тоже с 30% скидкой. Ангары, бункеры, ночные клубы. Вся эта шляпа низкорослого негра со скидкой 30%. Ну и теперь вопрос, а где сейчас можно поднять Баблинского? На гонках, а точнее каскадерских гонках от Rockstar, те самые гонки трюк, также в автоколонне, ремикс, и в гонках на игрушечных машинках, о них-то мы сейчас и поговорим. Некоторым не нравятся эти гонки, просто из-за того, что это пиздострадальство в GTA Online. Имея огромный арсенал гоночных автомобилей, пересаживаться на жужжащие мелкие машинки, которые разворачиваются, бьются, и просто застревают на любых неровностях и бордюрах. Но иногда скататься можно, тем более что добавились 7 новых трасс. Они особо ничем не отличаются от тех, которые уже были добавлены, но уже есть хоть какое-то разнообразие. За все это можно получить двойные выплаты. Прекрасно. Но зная экономику Rockstar, чтобы заработать в гонках приличные суммы, мало того, что нужно поставить 99 кругов, желательно, так еще и собрать полную забитую сессию. Ах да, совсем забыл. Конечно же нужно еще и победить в этих гонках. Поэтому такой заработок подойдет не всем. Хотя если получаешь кайф от каскадерских гонок, то почему бы и нет, а? Еще двойные выплаты можно получить за задания знакомых. А вот это уже по GTA-шному, классические миссии. Так еще и с двойными выплатами, отличный способ тряхнуть стариной. Тем более, что у Мартина Мадрасо есть несколько относительно новых миссий. Ну и новый контент, это возможность создавать свои трассы для гонок или перестрелок на транспорте прямо на арене. Набор карт стандартный, но их можно усложнить новыми предметами. Например, гигантскими номерными знаками, или огромной бутылкой, на которую я бы пригласил нынешних решал из Rockstar. Также еще добавили несколько футболок, которые нужно выбить из бизнес-схватки. Но делать этого я не рекомендую. Точнее тратить свое время только чтобы выбить футболку из груза, ибо шанс как всегда мизерный.
Да и чё там эта футболка, очередная тряпка, как и все остальные. Всем как бы по буям, как вы одеваетесь, а вот сами бизнес-складки мне нравятся. Просто потому что хоть какая-то атмосферность создается в свободной сессии. Ну и конечно же получение кайфа от уничтожения всего этого. Ах да, если вы помогаете своим друзьям таскать ящики, то теперь громилы и партнеры получают удвоенную зарплату. Только смотрите, чтобы вашему главарю не прострелил голову какой-нибудь индус из маленького магазинчика. Ну и это все, пожалуй, что Рокки решили нам рассказать. А так, конечно же, исправили баги, которые мешают Rockstar зарабатывать на донатах. Например, глич по зарабатыванию денег на консоли через заказ самолета ластером, пофиксили. Но умелые ребята нашли обход этого фикса. Тогда Рокки пошли дальше. И просто заказ самолета и другой техники сделали бесплатный. Я ничего против фиксов гличей не имею. Но не такими же способами. GTA все еще для Rockstar отличная дойная корова, у которой всегда разбухшие соски. Поэтому они обновили страницу обратной связи, чтобы мы смогли чего-нибудь им написать. Например, что мы нахуй вертели ваша Pacer Mark II или то, что хотим Street Racer'ов. Значит, скоро ждем одного? Какую именно сказать не могу. Много ходит слухов. И про хипстеров новых, и про водную тематику. Ибо на какой хуй добавили новые татуировки с кораблями? Но чтобы там не было, за это придется платить. Плати налоги. Всем ББ. Всем ГГ.